пожалуйста. Это только кажется, что в салоне никого. На самом деле стоит заглянуть в укромные его уголки, где волшебные руки мастеров колдуют над женской красотой. В массажном зале под приятную музыку в полумраке клиенты расслабляются. В нашей суетливой жизни такой отдых просто незаменим. А здесь, напротив, по-весеннему светло. Косметолог с почти полувековым стажем Ольга Иванова делает массаж лица, считая эту процедуру очень необходимой для каждой женщины. Издревле, еще до Клеопатры, занимались чем? Умасливанием, массажем, омоложением, потому что кожа требует постоянного ухода. А уход заключается в элементарном очищении лица, то есть умыванием, скажем там, питание – это крем. И, естественно, уже более глубоким воздействием – это массажные технологии. Трудно не уснуть, признаются клиентки. Хотя почему бы и нет, процедура длится целый час. Чувствую себя отдохнувшей и помолодевшей лет на 10. Во время процедуры обязательно предложат чай или кофе. Забота о клиентах здесь на первом месте. А к 8 марта в салоне приготовлены специальные предложения, скидки и подарочные сертификаты. Кому будешь подарок покупать? Маме! До праздника еще 2 дня, но корпоративы заставляют женщин идти в салоны красоты. Парикмахер-стилист Светлана говорит, перед праздниками представительницы прекрасного пола хотят быть неотразимыми. И это понятно. Я на самом деле получаю удовольствие от того, что делаю красивыми своих любимых и уважаемых клиентов. Теперь я уверена, что на 8 марта я буду неотразима. Светлана, а с моими волосами что-нибудь можно сделать такое необычное, праздничное? Конечно, у вас замечательные густые волосы, и сейчас мы что-то вообразим. Весеннее настроение запросто может создать прическа. А в новом сезоне, кстати, актуальны кудри и начесы. Все воздушное и яркое. Такой я еще не была. Ну что, Юль, корпоратив готовы? На все 100. А это вам от салона «Артишок». С наступающим 8 марта. Всего хорошего. Приходите к нам еще. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. В салоне красоты «Артишок» побывали Татьяна Брылова, Юлия Зотова, Евгений Петров и Екатерина Чернышова. Видное ТВ.